Так, кто просил нажимать? Ну ладно. Друзья, ну вот пока день, хочу вам показать, как, короче, я колечки тут валяю и, короче, как что делаю. Так, а тренога вот это, вообще там, я не знаю, три самореза, по-моему, три самореза, восьмидесятки и три гвоздя. Ну, сначала три гвоздя, чтобы она не разваливалась, потом стянул тремя саморезами. То есть она такая, ну, конструкция ни о чем, так скажем, но ее хватает. И вот, короче, лебедка, вот такой нашел, кошку такую. Цепляю за треногу и погнали.
достаточно. Дальше труба. Распутывание этой хуйни меня напрягает. Блять, как они узнают, что нельзя сейчас звонить? Алло. Да. Да, ожидаю. Хорошо, я у калитки. Да. Ага, спасибо. Доставка продуктов.
Маленький рычаг.
готовы пилить? Да, блин. Надо чилить. Цепь у меня засучит. Не знаю, как получится. У меня то, получается, знаешь, тут нормально короткий, как у цепи. Наоборот. Это раз. Было бы освободение каждого, где он ходит. Это уже 900 рублей. Зима на носу, что делать? Что делать? Ну да. Давай позвоним этому. Понятно. Попробуем найти. Друзья, ну что я вам хочу сказать. Сосед вот вышел, помог. Помог перевернуть. Но это сути дела не меняет. Помог перевернуть, и уже я его откатил. Вон куда. Откатил колечко. Вот здесь оно пока будет лежать. Вон второе лежит. Здесь вот есть небольшая преграда, но она там на скорость не влияет. Просто нужно аккуратно перекатить, чтобы, не дай бог, не лопнуло кольцо. Вот эта хрень. Можно было принести треногу и лебедкой вытащить. Починить как бы забор вот этот. Но это потом. Ладно. И все, здесь оно свободно катится. Даже еще нужно притормаживать его. Само катится. Вот мне подтащить его сейчас к этой яме и перевернуть. Зря я на штык выкопал. Надо было прям сверху класть, прям вот как оно лежит. Перевернул его и все. И копать. А теперь вот из-за того, что я выкопал, мне надо подтаскивать вот полметра. Вот. А дрова я, по-моему, показывал, да? Батареи мои старые лежат, я еще буду выбирать отсюда не раскованные. Они уже раскручены тут некоторые. Не раскованные секции буду убирать, потом, может быть, сделаю веранду отапливаемую. Вот дрова. Короче, заказал я еще одну машину дров. Сказали, что это мало. Заказал еще одну машину дров. Завтра привезут. Ну, короче, работаю. Буквально вот со всеми съемками. Эти продукты заказал, привезли он продукты. Короче, на все про все час ушло. Сейчас пойду переворачивать в яму кольцо. Так, ну и не знаю, как я его сейчас буду переворачивать. Так, сейчас будем переворачивать вместе. Здесь я на веранде закреплю телевизор, а это телефон. Вот, пока видно. Сейчас как-нибудь его, короче, методом научного тыка. Как же я его достал-то?
как это будет происходить, я не знаю. За хуйня. Блять, в какую папу? Ладно. Сейчас. Все, вываляем. Одно дома, друзья.
Сейчас прикачу второе. Вот оно второе. Скорость прикатывания вы видели, да? Все, идеально. Упало прям как к себе домой. Но уже уровень это лопатой выровняется. Стороны главное не перепутать. Замок. Замок здесь. Баринка, здесь мама, там папа. Все отлично. Ну и сейчас попробую штычок копнуть. Как оно будет, само падать или не будет, не знаю. Сейчас покопаю. Уважаемые зрители, ну и пока видно, вот, ну буквально сколько я тут? Полчаса копал. Полчаса, вот вы видите. Оно так прям плавненько, вы уже не увидите, оно опустилось. Плавненько так опускается. Вот моя МШЛ. Вот такая. С-Ш. Штыковая. Вот. И вот оно уже, на, можно сказать, наполовину скрылось. Это кольцо. Ничего сложного. Песок. Конечно, по энергоемче процесс, чем катать их. Неудобно. В этом метр всего диаметр. Неудобно развернуться с большой лопатой. Вообще там делать нечего. Только маленькой. И вот второе кольцо уже надо будет копать с ведерком. В ведерко насыпаешь, и второй человек высыпает его. Два ведра внизу. И по очереди их тудым-сюдым, короче, с кошкой. Кошка есть, с веревкой. Такой процесс. Так что за день я один, два кольца зарою. Нехер делать. Вот буквально полчаса. Ну пусть за два часа я зарою кольцо. Потом будет падать производительность и усложняться задача, так как глубоко будет. Ну, хуй с ней, за 6 часов я выкопаю 2 кольца. За что я обещал 3000 рублей. Вот так, друзья. Выводы делать только вам. Спасибо за просмотр ролика. Все, на сегодня задача выполнена. Прикатил, установил. Кольцо опускается. Самое главное, я понял, как это делается. Теория теорией. А практика практикой. Ничего сложного, копаешь в сторону, оно у тебя не убежит никуда. По диагонали ты не выкопаешь яму. Вот, потому что сила притяжения земли. И вот оно уже почти выровнялось с этого края чуть-чуть побольше. Ну потом уже по уровню его посадить, хотя он там нахер не нужен, этот уровень. Это канализация, а не шахта для баллистической ракеты. Спасибо, друзья. Спасибо. Все, пошел делать диван.